со своими инструментами, у кого что, да? И останавливаться, допустим, где-нибудь. Можешь на сцену зайти с кем-нибудь сыграть, да? Можешь там на гитаре играть, с гитарой. А еще, кстати, я тут открыла группу Exit Project. Там девочка играет на саксофоне, на скрипке, потом эти... Блин, эти железные ударники. И гитара. Блин, они вообще вот реально так импровизируют необыкновенно. Смотри видео. Вот, ну так вот, вот туда-сюда, туда-сюда. Со всеми везде. То где. Тут такие вот варианты там на каждом шоу. Дайте денег. Ты на Ютубе будешь? Да. А тебя на Ютуб вместят. Ты чем больше будешь просить, тем больше тебя будет там. Да ладно. А денег можно? Нет? А сигарет можно? А мы не курим. Курение вредно для твоего здоровья. Что вы все такие нищие, да? Нет, мы просто здоровый образ жизни ведем. Здоровый. Нереально прокатиться, и ты платишь там какую-то сумму, чтобы на нем прокатиться, если ты можешь на нем... Вон же девочка прокатилась. Да, да, да. Если ты можешь на нем проехать, то как бы тебе... А, он такой кривой, да. Поворачиваешь направо, он идет налево. Да, ну все, чувак, ты уже проиграл. Нет, он... Только он же должен отсюда до отсюда проехать, а здесь он кругами. Ну, он сейчас, наверное, потренируется, поймет принцип действия. Он поедет. Ну, зато девочка, видишь, как катается. Ей приз уже. Ферма такая. Ой, какая прелесть. Вон. Короче, вообще недорого, и тема очень прикольная. Там можно выбрать с него классные картины. Сан-Франциско? В Сан-Франциско делают. Управляешь свет. Флюрные картины. Не разрешили. Секретная техника.